Шедус Кантера, команда Лесгофта, у нас сегодня сыграла в ничью, но при этом вышла из группы. Ребят, сегодня вас прилично, конечно, повозили, но при этом вы вышли из группы, специально играли на ничью, понимали, что соперник сильнее вас, или так просто сложилась ситуация? Мы просто играли в антифутбол, и это лучшее, что мы умеем делать в этой жизни, поэтому, в общем... Нет, ну если серьезно, нет, мы не настраивались играть вот в такую футбол, которую мы показали, просто соперник был очень силен, и поэтому нам приходилось играть от своих ворот. Но эта игра дала результат. Играли на результат, самое главное, и показали одну из лучших оборонительных игр, наверное, этого... Так, серьезно, один мяч не пустил. Понятно. Владеет, я заметил, одна из команд, у которых есть какой-то особенный стиль, у вас вся команда вводит интересный мяч с боковой, и как вратарь пыром. Как-то обучаетесь специально, просто мало кто так это использует. Мы приходим ко мне домой ночью, ставим так мячи и бьем с носка в стену. Жена против, но мы это делаем. Соседи не жалуются? Соседи, не, мы в особняке живем за городом. А, то есть тренируетесь за городом дома просто по ночам, то есть, да? Да, на свежем воздухе по ночам, 10 мужчин в одном доме, все нормально. Замечательно. Большой прогресс. Мы вышли с группы, это отличный результат, и мы на этом не останавливаться не надеемся. Победа чемпионата. Большой прогресс, то есть для вас это немножко нонсенс, или же все-таки шли к этому результату, или просто как-то случайно так получилось? Мы в финале должны играть, и все знают, три фаворита, там мы, Раджа, Инженер, и Шедус обычно. Еще Инженер 2, Шедус кто это? А, ну они тоже ничего. Так, да, ну так что там полуфинал минимум, в принципе, там все нормально. Ну что, спасибо вам большое, желаю вам дальше удачи. Спасибо большое.